Друзья, всем привет! Сегодня у нас есть эта плата или экран. Он нам показывает, сколько вольтаж есть на аккумулятор. И все. Больше ничего нету. Есть разница, есть 3,6 вольт, и есть 5 вольт, есть 8,4 вольт. Это 12 вольт. Сначала размер я покажу вам. 2 сантиметра. На 4 сантиметра. Как он работает? Два кабеля выходит на эту плату и нам показывает, сколько вольтаж есть на это аккумулятор или другой аккумулятор. Надо смотреть, сколько вольтаж у вас есть. Есть разные, только пожалуйста, я вам покажу. Есть 12 вольт, есть 3 вольт, есть 3,7 вольт, есть 5 вольт. Надо понимать, у вас какой вольтаж нужен. Сейчас будем паять. Два кабеля возьму. Только аккуратно, пожалуйста, минус на минус, плюс на плюс. Минус. Очень легко будем понять. Я возьму питание. Сейчас 10 вольт. Сейчас 8. Сейчас 18. Это у нас сейчас 19 вольт. Это как вольтметр работает. Минус на минус возьму. Минус на минус ставлю. И плюс на плюс. Сейчас, например, у меня блок питания 3,1 вольт. 6. 10 вольт, 11 вольт, 12 вольт. Сейчас 12 вольт. Он сразу покажет, если будет меньше, 12, 11 и еще меньше. Еще раз, 12, меньше и меньше. Это экран для чего нам показывает, сколько вольтаж есть на аккумулятор. Например, у меня есть сейчас этот аккумулятор сюда. Можем попробовать, сколько вольтаж есть на этот аккумулятор. Только, пожалуйста, плюс, плюс, минус, да. Например, это мало осталось. Если вы хотите, например, ставить аппарат, это можно ставить, кнопочку ставить, когда он скажет, он вам покажет, сколько вольтаж есть на аккумулятор. Есть только надо, когда вы хотите покупать, надо понимать, сколько вольтаж вам нужен. Есть 3,7, есть 5, есть 6, есть разные, это 12 вольт. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня, до свидания.